Татарстан занял первое место в рейтинге Минстроя России в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда». В республике на высоком уровне отмечены качество бюджетного планирования и количество объектов, где работы еще не начались. 556 дольщиков в этом году смогли получить долгожданные квартиры. В Казани сдали 4 проблемных дома, готовится еще один. Дом номер 3 в ЖК «Молодежный» введут в эксплуатацию до конца декабря. Сегодня в Казани открылся мемориальный музей имени Лобачевского. Открытие приурочено к 225-летию со дня рождения математика. И сегодня же профессор Калифорнийского университета получил премию имени ученого.